Блядь, пошел ну, а Боба меня не убил. Пошел, ой-ой-ой. Кайф, новые софты. У меня пачка. Жестко, битлик. Да, катку отменят. Почему? Из-за вас, читеров. В стендоффе говорят, что я читер. Пресса, Мегатайт, пацаны, в стендоффе я не играл 2 года. За это время Counter-Strike смог приблизиться к этому шедевру и тоже выпустил вторую часть. Типа, очень много воды утекло с этого момента. Главная причина этого видоса, челы в телеге у меня просто захотели этот видос. Да, вы тоже можете захотеть, ссылка в описании на ТГ-канал. Там нет розыгрыша, все нормально. Вторая причина, да, я же решил делать калибровки по разным играм. Сделали уже в Valorant'е, Valorant говно. Ладно, нормально. Но в стендоффе тоже есть калибровка, поэтому спустя все это время я решил зайти откалиброваться, что мне дадут в этой шедевральной игре для телефона, и посмотреть, что изменилось за все это время. Приятного просмотра, это жестко. Без спойлеров. Поехали. По-моему, в прошлый раз, когда я запускал эту игру, мне сказали, да, ты не настроил, все хуево сделал. В этот раз настроил. Поэтому видос. Здесь настройки такие. Увидели, да? На остальное в игре похуй, в блюстаксе так. Раз, два, три. Я вам сэкономил дохуя лет жизни. Тогда надо добавиться. Добавляйтесь, друзья, снова. Какой у тебя ID? Мой ID номер один. А у меня сюда заявка, я сейчас всех добавлю. 62 года принял. А это значит, что его заблочили? За что на? А что, есть читы на стендов? А? Как их скачать на Android? У меня есть кейс. Открыть. Нормально? Это что, это скар? Применить. Не, ну здесь, чтобы попасть в ранки, достичь 20 уровня более оправданно, чем в Valorant'е. Потому что, ну, я так понял, большинство в это играют с телефонов. А если новичок зайдет с телефона играть, он же будет полным долбоем. Я, кстати, действительно постараюсь не хейтить стендов 2. Короче, у меня даже Valorant больше причин было похейтить, чем стендов 2. А, ну ты же очень медленно ходишь, и хуже, чем в Valorant. У меня мышка плавает. Не-не-не, я не могу наводиться. Плавает мышка стендов, алло. Спустя 2 часа мы более-менее разобрались с настройками на новых аккаунтах. Вот, на этих. 50 рублей. Да, вот здесь лучше ставить 30 кадров. Ничего не меняется, но мышка меньше плавает. Пацаны, я не знаю, сколько нужно лайков, чтобы я прошел, вот реально прошел до конца здесь калибров. Пока что я в бешенстве уже, но понимаю, мобильная игра. Посмотрим, кто здесь будет. Как пойдет, если понравится, то что, возможно. У Симпла не такая реакция, как здесь находит игру. О, Стэнстоун, Мираж. Пацаны, если бы мышка здесь не плавала вообще, это была бы реально неплохая игра для компа. Она очень простая. Так. Разминка. Ух ты, блядь. Хуесос, иди нахуй. А у них это скины такие или это стандартные скины? Не, ну это какие-то боты играют. Не, звуки полное дерьмище. Я застрял. А, ну гранаты. Даже флешку могу взять. Когда я нажимаю 4, у меня поднимается вверх. Я не знаю, как достать гранату. Это тоже не его. Блять. Если что, я как план ставить, тоже я не знаю. Проблема в том, что здесь не то, что мышка плавает, а вот ты пытаешься сделать стресс со установкой в противоположную сторону. Вот так резко. А оно сразу не останавливается. Опа, чтобы выйти вот так вот. Вот так вот четко. Не получается, видите? Это плохо. Ну. Ух ты, блядь, как я залез. Не, меня бесит, что у меня прицел расширяется. Хорошо, настройки. Тип пишет крысы. В этой игре кто-то еще что-то пишет. Нихуя, они в пятером запушили. А, зря, они кидают молики. Но это наши первые, это сильверы, да? Ну, это самые плохие звания. А прикинь, если они на телефоне сейчас ебашат? Ну, конечно. В смысле? Зачем? Потому что это мобильная игра. Кто будет в нее с компа играть? Зачем в мобильную игру вообще играть? Потому что у типов нету компов. Да какой год сейчас, блядь? Так это ж, блядь, играют дети. Ага, посмотри, ютуберов. А ютуберы, блядь, что, они для детей снимают? Я не знаю. А у меня нет детей, сука, на канале. Они куда-то все исчезли, блядь, выросли. Сюда, скин. А, на R осматривать оружие? Я просто пытаюсь действовать как в Counter-Strike, а здесь невозможно так действовать. Уёбище, блять. Посмотри на свои. Я заплантил. Нет, ты так спокойно начал устанавливать бомбу, стоя, понял, как в 1.6. У нас чел сядет, чью голову прыгнет. Нихуя. Не, я сейчас скачаю на телефон стендов загрузить. Тип на нашу респу. Ебать, ты его бедолагу распикивает. Сосать, мразь. А прострелы здесь есть? Да. За тебя, тип. Я не могу развернуться. Блять, 3 хп. Гранат, блять, ну представь, какого хуя? Реально, суки, раскидки уже. А ну я возьму авик. Они же там пушат, блять, какие ебанутые. Ага, хуенно. Не, звуки полная хуйня. Очень тихо стреляет. Тип через мид. На нахуй. 8-1, половина. До 9? Ну да. Здесь можно купить и диффуза, и армор одновременно. Здесь нельзя вот так вот взять стрейфиться. Видите, летает вот эта хуйня посреди экрана за мной. А я не стрейфлюсь. А инфа какая-то будет? А, вот он. Убил. Вантал. Игру невозможно сделать нормальной. Но она плавающая все. Если бы это можно было сделать не плавающим, это было бы хорошо. Особенно для мобильной игры. А, до 10. Сейчас зайду с телефона в эту хуйню. А, слышь, здесь довольно удобно. Так, а ну играй. Несовместимые с версией лидера лобби. Пиздец. Не, на самом деле, с телефона оно как-то намного качественнее выглядит. Потому что, наверное, экран айфона пиздатый, но тем не менее. Не, ладно, я думаю, сейчас привыкнем к вот этому, и все будет хорошо. Так, надо понять вообще, что за карта. Зигзаг.
Блять, смотри, все написано понятным языком, название позиции, мне надо еще думать и придумывать. В КС тоже было написано. Там какие-то тупорылые названия. Дворец. Дворец, блять. Все и говорят Palace, никто не говорит дворец. Так, я вроде более-менее понял, как бегать. Нихуя. Ну, типа ник жесткий и навер, российский. Да? Да, посмотри. Жесткий. Ну как-то не особо жестко, блядь. Не, ладно. Четко, в принципе, четко. Блядь, гранаты летят. Еще понять, как гранаты кидать, я был бы вообще доволен. Где патроны написаны? А, все, мне пизда. А, нет. Придурок. Не, что это? Кто это играет? Ну наконец-то. Не, прямая разминка, но тем не менее. Должен на что-то видос ставить. Кто-то не зашел? Кто-то не зашел, стендов. Не прогрузился, блядь, скажете еще. Сука, ладно, окей, у меня iPhone. Телефон не вывез. Ну а как это возможно, что ну в App Store не последняя версия игры? Просто люди с айфонами в хуйню не играют, типа. Опять Sandstone. Это реально местный мираж. Бля, я так хотел против них сыграть. Мне очень понравилось. Мы сейчас опять с этими же попадемся. Да хуй там. У них пока выйдет. Литвин. Литвин? Ты настоящий? Да не. YouTube 2024. Пацаны, не реклама. Хоть сейчас не пизди. Один, выходи. Ну ебать, сколько попасть надо? А тут видно, слышишь? Блять, в КС не видно, что у чела есть армор. А у нас видно. Ой, у нас, бля. Бать, не, Литвин пиздец, не прощает, лагает. Как можно вот реально лагать в стендофе? А Литвин-то он свой пацанчик. Ну да. Брат, брат, брата, братан, брат. Он с народом, он берет себе вся уважение. Давай, Миша, бля. Бердигл, иду убивать. Сука. Пойдут флешки длинные. Вроде пушат бэд. Да. Да как? Как убить? Слышишь? Но не, пока что нравится. Да ты, блядь, и в прошлом видосе так же говорил. Не, блядь, без рофлов? Если эту игру сделать охеренной для компа, вообще без проблем. Вообще без никаких предрассудков играл бы. Сосать, блядь, ты. Ах ты хуйня. Четыре, блядь. Джен, давай без этого. Да нихуя, режет он. Не, там... А, я думал, это бомба уже сейчас взорвется. Самое главное сейчас быстренько выиграть, а то, ну, 100% у кого-то там Poco X3, который, ну, взорвется после трех. Ладно, я сейчас отсюда их захуярю. Сосать, блядь, куда ты, сука, лезешь? Сосать, ну. У нас тип жестко трав. Это я. Да не, не ты. В смысле? Нормально. 21 левел ЗД. Так, на Г лучше не нажимать. О, ебать, а тут смоки-молик тушит. Реально? Да. Нихуя себе. Так, карапузик, погнали, да, въебем просто эту точку. Да, въебал. Да ну, блядь, привет. Слышишь, а этот нормально, смотри, выходит. Ну как, не получается у него немного. Он пытается как в Counter-Strike играть. Ах ты, сука. Ну вот, я же говорил, блядь, Poco X3 у типа. Детонация. Ну ебани нашего типа. Я не могу. Бля, еще игра защиты от дебила, бля. А может, нолик такой может быть? О, а он не догорит. Блядь, пока он сгорит, время выйдет. Таешку. Пиздец. Сука! Слава богу, нахуй. Сюда, блядь. Так я не могу, у меня колесо не работает. Оно через раз, блядь. Ну, запотеть надо было. Ну, запотеть, да. Ебать, если что, разок. А патроны тут автоматом докупаются, да? Где патроны вообще посмотреть? А, вижу, вверху? Это не Counter-Strike 1.6. Так, скорее всего, Б пушат. Да, Б пушат, мразь, убил. Я красный. Убил. Нет, тут с калаша какой-то бешеный разброс. Ну, он реально какой-то не контролирует. По-моему, в прошлый раз я так не разъебывал нормально. По-моему, такого не было. Я придумал, я сейчас, короче, смок откину, у них у всех залагает и я трав. Жестко я придумал. Нет, тут невозможно гранаты брать, это пиздец. Ну ты придумал охуенно. Так я попробую поставить плент. Ах ты мразь. А как он меня так убил? У нас чел стоит, джент ебучий. Да, выгнать нахуй эту мразь. Литвин начал голосовать. Миша, норм тему предложил. Попался с Литвином в стендов 2. Так а давай такое название и пизданешь. Не, бля, если бы у меня был второй канал с рофлом какими-то видосами, чисто по приколу, я въебал. А ну, среагирую? А, это чел прыгает. А ну давай. Блять, он уже наверху, сука. Блять, я его убил, господи. Ладно, я теперь понял, почему ты про звуки говоришь. Звуки хуйни, они вчетвером запушили, бля. Кикните хуйню эту. Как начать голосование? Джен, читы и АФК стоит, мразь. Диффуза, поехали. О, у меня тут перчатки есть, слышишь? Охуеть. На, сука, въеб. Один. Блять, когда появляются эти круги над ебалом, них... кажется, что... Читер? Это откуда стреляют? У них тип лагает, как тварь ебаная. Убил. Сука, нищий ёб, не можешь себе телефон позволить, не играй нахуй. Не, ну телефоны сейчас же, блять, к Xiaomi, они же реально копейки стоят. Да. Чем копеечнее телефон, тем лучше он взрывается. Джен тоже. Найс. А ну, если выстрелить. Не, не отображается. Прикинь, какая сорс была бы. Вообще имба. А ну, петушара, как здесь работает? О, не я, ну похуй. А вот это хуйло. Не, я не, ну я ж не буду играть с этой залупой. О, таймка, поехали. У меня такое ощущение, что тут типы не совсем ощущают тайминги. Я не уверен, что они вообще что-либо ощущают. На-нах. Не, очень легкая игра. Тут дело даже не в том, что челы новички. Тут дело в том, что они, в принципе, не понимают, как играть в соревновательные игры 5 на 5 шутеры, там, КС, все остальное. Она стоит. А, у него у них скины есть. Ну, о чем говорить? Тут слева был.
На опыте трахну. Да? В конце катки напишу чё-то изи. Ебать, скотина ебаная. Нормально. Играя против детей на компьютере, блять, когда они на телефонах. Я не уверен, что это дети. Сука! Да, сейчас тип лет 19 сидит вот в эту хуйню дрочит. Ну я тип, да. Что ты тип, ты, блядь, видос сделаешь. Да похуй. Не, просто когда я в прошлый раз записывал видос по вот этой хуйне, то есть нормальной игре, лучше Valorant, давайте признать. Да, возможно, не, не лучше, чем CS. CS хуйня ебаная, ну нет. А, как там, блядь, обзывались нахуй рабы, что-то такое писали? Да, рабы. Ебать, он пулемет купил. Это же пулемет со скином. Как-то очень легкая игра. Ранги, серебро. Уже серебро у нас. Ну, это намного легче игра, чем предыдущая. Чё-то изи, рабы. Не, я вот, когда прошлый видос записывал по стендоффу, я видел там про игрока какого-то, который на планшете, и ему было, он был, ну, лет 20, то есть я нормальный. Короче, спустя две игры я могу вам 100% заверить, что негатива в этой игре у меня в миллион раз меньше, чем в Valorant. Абсолют. Разработчик. Попался против разраба стендоффа. Он меня убил, петуха. Ну... Го все Б. Да, естественно, Б. Что за долбоёб будет ходить на Ана? Нихуя полетело. Что-то гранаты раскидывает. О, дигл. Чел купил дигл на пистолетке. О чем разговаривать с этими, блядь, противниками? Слева. Хуйло. Умри. Диловой. Блядь. Бабушка померлами. Пиздец. Тут с дигла вообще отдачи нет. Да? По сравнению с КС вообще, я да. Я сейчас охуел. Меня 4 ебальника смотрели. Сосать, сука. Да, изи, блядь. Домой, блядь. Не, я ебать разъебал хорошо, очень мне понравилось. Короче, сделать заебись. Даже похуй, что у тебя стрейфы хуёвые здесь. Даже ладно на это. Сенса, чтоб не плавало. И все. Это игра, которая намного легче, чем Counter-Strike. Пролагал, чел. Да пошел ты нахуй. Так, one tap. Спиздил? Подлонг? Шорт? Хуй знает. Меня трахнули. Бабушка. Ну это просто, это пиздец. Кто нахуй здесь? Кто, блядь? Так, ну давайте. Ебать, в смысле, я? Нахуй. Ну ладно. Я думал, не я убил. А как понять, что я в голову убил? Ну вроде в ебало стрельну. А ну стой, дай я в мышку кину ему гранату. Блядь. Все, я научился гранаты давать. Убил? Блядь, не убил. Ах ты сука. Так, мид. Куда, сука? Ага. А, мы выиграли. Ебать. Какие ранги? А че, у нас же уже были сильверы. До сих пор бронза, блядь, кидают. Подтверди. Опять Сэндстоун. Ну я не про... Я... Мне нравится. Я его хотя бы уже понял, хоть как-то. Но интересно другое позырить. Типов, реально скины здесь. Бля, вот чё в КС такого глока нет? Ой, реально классный цвет. Один. Два. Они тут все. Я двоих убил. Только тут не совсем понятно, что ты реально убил чела. Потому что сейчас я убил, я был уверен, что я попал в голову. Но как-то не понял, что я его убил. Не, по сути, у меня такое ощущение складывается, что даже соло можно здесь выиграть. Ну ладно, мы вдвоем выиграли бы эту катку. Как чел в приседе так быстро идет? Сука, какая-то мразь мне флешку въебала дала. Наша, блядь. Мид пушат. Да пиздец, в смысле мид пушат? А ну давай. А ну. Вот это да. Еба. Я походу реально с телефона, я не знаю. Ну на телефоне ж люди могут контрить зажим, они что контрят, в чем у него проблема? Ладно, фака мазафака, твою мака. Блять, да как полагающему попасть вообще? А, инфа будет, бля. Б чисто, сходи на Б. Точно Б чисто, ты где? У меня тут чел, блять, ты сука охуел! Смотри, он реально берет и прошивает мид в начале раунда. Прикинь, он посмотрел же по-любому лайфхаки или видос какого-то ютубера, блять, и сидит прошивает в миду на этом тайминге. Один. Пошли вы нахуй. Давай, американец. Да, все. Как ты его ёбнул? А у меня нормально было. У меня он налево уже пробежал. Это что? Сапфик, блядь. Стендов 2. Смотри, у них бусты подсадки, блядь. А, смена команд. Ну, парни, пока что серебро не чувствуется. Так а что она мне дает выше звание? Я хочу играть с более ну, хоть какими-то челами, а не с этим. Ебать, все лагают у меня, все. Все лагают. Да, у меня тоже. Неудобно, что киллфит здесь. Я? Да ладно, я в голову. Красный вот этот, ну в смысле он красный, это Америка, блять, убей ее нахуй. Да выстрели! Спасибо. А, не красный? Пиздец. О, ебать. А кто F2 прожал? Ты? Я убил? А я убил человека? Нет. Своим F2 нахуй. А, мы победили, боже. О, серебро 2, слышь, охуеть. В этой игре я буду играть сейчас с АВП. Но здесь оно не такое мобильное, потому что ты дал фраг, и чтобы тебе развернуться, здесь, ну здесь, блять, очень хуево с разворотами все. И опять эта карта. Баха топ. Баха топ, он меня пытался зарезать, фул слепой. Ушел хуй знает куда. Братишка казаха, Таджикистан. Блять, агент Дмитро. Я бот. Ну что есть, то есть. Один. Ебать, а это противник. Он просто стал и начал стоять, я не поверил. Ладно, го пушить Б-план петухом. Под флешку поехали. А ну если над зданием флешку дать. Бля, я фул флеш. А че он так жестко слепит? Помнишь, я говорил, что флешки пизда, чем в КС? Я наебал.
Слева, слева. Нихуя! Блять, а почему у меня дробовик? Чтоб я не позорился? Да. Ладно. А ну, муху возьму. Она с оглушителем? Она вообще беззвучная. А можно как-то сколпу мухи, ну, чтобы он не такой широкий был? Попал. Ассист. Че, реальная ФК? Просто один, походу, вылетел. Убил. А, нет, не вылетел. О, ноускоп. На нахуй. Слышь, а ноускоп неплохо работает. А тут нарисовано, если ты ноускопом дал. Да, вот такой. Это можно злорадствовать. Да. Не, ну в КС, в принципе, тоже кровь видно, что ты попал, поэтому. Что, блядь? Он на украинском пишет. Синтеюс. Не знаю, что это значит. Скиньте, я так вот понимаю. А. Просто агент метро не признает кириллицу. Ну, это есть кириллица. Чиш, ты давай особо не пиздит. Ебать, он здесь сидит. Не, ладно, давай, а в М поехали. Тим Софт. Да, я видел. Притворился читером в стендофе. Бать, не понял. Нихуя не понял. Иди на... Он на. Вау. Ебать, это в первый раз. Первый раз надо. За 4 игры? Да. А, у них тип вылетел. На, все, блядь. Пиздец. От чего, блядь? От бомбы вылетело, да? Походу. Мы против троих. Да нет там никого. А, вот он и есть. Смайс, нихуя! Ваха! Я думаю, сейчас наведусь спокойно. Не, давай с этой. Тимсов, тахто! Тахто! Шахто, блять! Она беззвучная, слышишь? Убил? Ебать, это чё? Охуеть. Тип ливнул. А, это я, ну получается эйс, формально. 11 кили. 11 кили. Как же это легко делать. Он не может прочесть карапузик, блять, пишет количество килов. Да. А как он быстро бегает? А, это нож просто? Да нож. Да ладно, тут уже понял, процесс было не остановить. А, смена команд. А, давай их запушим, а. А, у меня бомба, все, поехали. А, их двое. Они даже не сдвинулись с респа. Изи. О, тебе кейс выпал. Кейс? Ебать, тут кейс. Открыть. Тут кейсы открываются как на сайтах с кейсами. Да-да. А, кстати, это, конечно, не кейсы, которые вы все так любите. Это Лискин, сайт, которым я сам постоянно пользуюсь. Все ссылки в описании и промокоды есть. Просто берете, добавляете в закладки, как сделал я. Рано или поздно это пригодится. Быстрая авторизация через Steam. Вставляете сюда свою ссылку на обмен. Выбираете скин, выбираете, куда нужны бабки. Вводите свои реквизиты, и через 5 минут деньги у вас. Также в честь 7-летия Лискинс, вот здесь видите у них гиф. Хочу подарки, нажимаем. Типа продали скины, получили деньги, еще можете принять участие и выиграть, вот, допустим, геймерский ПК. Призов в целом 0. И победителей будет целых 500 штук, поэтому да, шансы довольно велики. А за переход по моей ссылке вы получите 50 билетов или 50 бонусов, которые можете применить для участия в этом розыгрыше абсолютно бесплатно. Ну и, конечно же, вы можете здесь купить скины дешевле, чем в Steam, и дешевле, чем вообще где угодно на рынке. Это действительно проверено лично мной, я сам проверял, выбирал. Не то чтобы я часто продаю скины, но если я продаю, то вот здесь действительно сайтом пользуюсь, поэтому действительно рекомендую. Поддержка работает круглосуточно в онлайн режиме, поэтому за сайт ручаюсь. Все ссылочки в описании. Участвуйте в розыгрыше. А мне еще ничел добавляет. Бот добавляет. Он ныл, что, блять, мы с читами играем. И теперь добавляет друзья. Ах ты крыса. Хочет апнуться. Хочет апнуться, пиздец. Таких не уважаем, таких не добавляем, таких шлем нахуй. Все, давай стартуем. Дропался бы так мираж. В стендофе охуенно то, что в каждой катке есть ютубер. И о киберспорт. В каждой катке есть ютубер. Против нас играет Абоба. Блять, ну кажется, о Бобе мы проебем. Охуеть. Прошива, это Боба. Так, а ну Ютуб Про, поехали. Блять, пошел ну, нахуй. Пошел, ой-ой-ой. Пацаны, это нормальный хайлайт для стендофа или хуйня полная? Я сказал стендофа или тиктока? Мне кажется, разницы мало. Юз. Ебать, он его перезарядил. Калаш. Как пиздавали. Двое на П. Один, убил. А, вот еще один. А, это труп. А за плен дадут деньги, а ну? Да, сука! Не, ну давай, смотри. Я говорю, мне нравится стендов больше Valorant, ты говоришь, потому что мы играем с бомжами здесь. Ну да. Но если я в КС зайду на Сильвер, мне не нравится. Мне похуй, типа. У меня нет такого. А здесь мне нравится. Почему? Потому что это для тебя что-то новое. Как же легко. Боже, как же охуебать. Не, зря я въебывался на стендов. Нихуя тут нычка. Справа. Я его сейчас захуярю. Давай. Финал мажора по стендофу. Стендов. One double. Стендов Киев мейджор. Пришел бы на стендов Киев мейджор. Да. Не, бля, я тебе говорю, я бы залетел на эту хуйню. Я посмотрел бы с кайфом. Знаешь, взять светло и сидеть смотреть мажик по стендофу, блядь. Я так и думал, что ты только в неменяемом, блядь, будешь смотреть. Не, ну я могу сходить там на футбол, понял. Так, один в коне был. Убил его. Что, блядь? Это не ты. Да он в КТП. Пошел на... А ну, граната. Как гранату, блядь, взять? Не-не-не-не-не-не-не, так и не будет. Разъебал. Я просто не пощадил. Ну и еще в прошлом ролике, по-моему, даже при том, что мы не проигрывали особо, нормально играли. Я все равно ныл. А почему я здесь не ныл? Ты не ныл. Да я чтоб не ныл, это невозможно. Я, блядь, да, всегда буду ныть. Не, у меня только одни головы в этой игре. Почему никто не думает стать сюда? Бля, пацаны, я вот говорю, если этот видос... А что я хотел сделать? Калибровку пройти? А я, блядь, и так его прохожу, пизда. Ну, хуй знает. Я вижу, что у меня гранаты есть, я не могу... О, а ну давай, наугад. Я не могу двигаться. Ты фрик?
О, могу. Я хотел зайти за стену сначала, а потом его убить. Я его пощадил. YouTube iPro играет. А ну давай. А слышь, а у него стрейфы норм. А у меня так не получается. Да, блять, он не оттуда стреляет. Все, у него все хуёво. Ладно, вот это нормально, чел стреляет. Ну, для стендофа. А, у него нож есть. А ну, сейчас я въебу этот прострел. Ну, было бы здорово. На нахуй. Ну ты как, это у нас стендоф сообщество называется, уволил. Да. Бля, я не верю, что кто-то на фол серьезном ебали это играет. Ну вот, это посмотри на этих людей. На YouTube Pro посмотри. YouTube iPro AVM. Ух ты, он меня нашил. Убил его нахуй, на, сука. А тут тоже 5 патронов в авике. Ой, блядь, секунду не успел нажать. Сейчас бы ноускоп въебал. Нас с тобой трахнули. Да забей у нас, смотри, YouTube Pro AVM, а ну второго. Да как же он легко ебет, господи. Вот против такого надо попасть. И вот мне кажется, что на таком уровне, да, вот должны играть в Сильвере в этой игре. Так, ладно, раз с авиками я такой молодец, давай еще. А не, вот это реально, она такая охуенная. Скар. Смотри, вообще отдача ноль, просто ноль. Мидл, я ебнул. Что это за дура у тебя в руках, блядь? Ну прикинь. Она беззвучная и отдачи вообще нет. С первой ваншотит. Это вообще имба. Блять, была бы такая в PUBG? Была бы такая в PUBG, нахуй. Тебе бы жопа горела, что тебе с ней постоянно хуярит. Угу. Так, ну дигл со скином, естественно, я забираю. И пизду умею ставить ебло. Так куда она? О, уже сильверы. Я вижу прогресс. По крайней мере, у одного человека. У противников пока прогресса ноль. Поиск матча невозможен. ММР игрока Карапузик слишком сильно отличается от остальных игроков в лобби. Соревновательные игры недоступны для игрока GetLight. Давай попробуй одну сыграть. Ну, по идее, оно должно стабилизироваться. А, блядь, я теперь буду один на. А вот это уже интересно. Ладно, мы два были недолбоеба. Теперь я один точно. Ну, может быть, я долбоеб, но похуй. Но по сравнению с теми, что были, это, ну, да. Он заранее начал стрелять по мне. Блять, тут задроты. Нихуя себе. Он через молик перепрыгнул и пошел меня пушить. Ну, сдох, да, но тем не менее. Нахуй, блять. Разминать с авиком. Как можно разминать с авиком? Вот это ГГ. Сейчас у меня еще меньше ММР будет. А, тут за меня играет смурф, слышь, похуй. Посмотрим сейчас, как это смурф. Нихуя. А, не, слышь, тут нормально. Походу нормально. Блять, из-за меня реально смурф. А, не. Если тебе сейчас жестких кинуло, то это значит, что это ты слишком далеко ушел. Да ну не. Ну мы купили два одинаковых аккаунта. Да, слышишь? Они сразу прошивают. И очень жестко прошили, между прочим. Один, вообще охуел. Два, просто люди, а, чисто, заходим. А, ну я надеюсь, они вдвоем его убьют. Ну хотя бы на плен сыграть. Ну смурф, ты же должен понимать. Нихуя, нет, смурф понимает. А, слышь, тут как все в Валоранте, вот эти ножи пошли. Чел, наверное, вахуй, как за него попался такой, как я, который с дигла двоих просто разъебал в ноль и открыла плент. А, в спину уже заходят. Бля, без инфы сложно играть. Вот если бы хотя бы ты был, ты бы мне все сказал. Так, а ну, смурф, давай. Вот, пацаны, кто шарит за стендов? Скажите, вот этот чел норм играет? Ну, по сравнению со мной, он, очевидно, не первый день в этой игре. Короче, он норм игрок или калаш в Counter-Strike? Я реально не понимаю. А ну, SLR. А, нет, это не SLR. Сука, я столкнулся с сопротивлением. Ну так и быть, дигл, поехали. Нихуя, они дропают калаши. У нас фулбачиста, чел взял, пошел, слил плен, блять. Хуесо. Один. Да ладно. Да ладно! Я его даже не видел. Это, наверное, за оружием. Не, как же у нас чел потеет, вы не представляете. О, еба, не, такого я не выиграл. Ну не, это прям слишком жесткий пот. Нахуй ты этот дым дал, смурф ты ебаный. Справа, блядь. Ты же слышишь, справа, нахуй. Молодец, видишь. Ну, кстати, да, у меня смурф набил. Я 3 фрага дал, он 13. Зря, наверное, въебаюсь. Но тем не менее. Пойду ебашить лохов. Привет, один лох. Я знаю, что ты здесь. О, я тебя видел. И последний на бомбе. На, сука! Затащил смурфу катку, да. Авик со скином. Вот это сейчас будет прострел в ебало. Ах ты мразь. А как ты не засал? А, ты ж не слышишь, что у меня это ж стендов. Не, у меня человек какой-то сверх ультра потный. Он сидит, встает, блять, смотрит налево-направо. Ну ты играешь, для тебя это боты. Ну иди убей их. Это то же самое, что я на сильвере зашел бы в КС. Я просто пошел бы их и убил. Вычекивает, блядь. Не стреляет. Так, смена команд. Ну поехали. Раз, два, три, блять. Че, ну въебало. Смурф тоже с петухом играет, поэтому мне кажется, в стендофе. Пацаны, играть в стендоф это в принципе, ну понимаете, да? Ну. Найс. Nice. А М16 это че? С каких пор М16? Ах ты сука, что это было? Это вот это М16, да? По идее, должна быть имба пушка. Один, два. А, понял. Я знаю, что ты здесь, сука. Сука! А, не, растерялся. Вот реально растерялся. Изи надо было его убивать, нет, не смог. Поехали. А ну я смурфа догоню, интересно, или нет? Тварь, а? Нормально. Ну поехали. Ну, можно и так. А, когда красный, это значит убил. Все, я теперь понял навсегда. Бля, мы выиграли, изи. 3 звезды? 3 звезды, при том, что это смур. То есть он выше играет. Но я сыграл сколько? Бля, не сильно хуже, чем этот чел. А ну давай пробуем никит. О, все. Бля, походу я тебя догнал все-таки. Да. Нихуя себе.
Не, мне реально интересно, что скажут стендоферы о моей игре. Типа, я понимаю, движение не идеальное, там все вот эти распикивания, но тут, блядь, очень сложно привыкнуть. А в целом... Блять, у них руки вот так вытянут. Get light clumsy. Что значит clumsy? Это как оскорбление стендоферское. Оп, два ебальничка. Может, типа... Тоже два. Так, бомба под... А, идет, да? У нас тип из баскетбола Крок. Акаш. Он реально пошел на пол ставил. Пиздец. А он сюда может залезть? Опа. Ну, сюда гранату может дать. Да, сука. А, мы вчетвером играли? Похуй, вообще не важно. Хуй. Я хочу его зарезать. Не могу зарезать. Он справа. Я понимаю. Нихуя, ебать, они убили меня. Ебать. Ты что, ты удивляешься? Я сижу. Почему я сел? А тут продавать нельзя оружие, да? Вот это, конечно, такое. Да не, я же просто понял, я играю, ну, максимально, будто бы, и пизда. Они меня убили, я реально охуел. Блять. Ах ты, сука. Ах ты, мразь. Реально сидела, ждала меня, опять это он. Так, а ну, Акаша, давай. Глаз Императора. Ебать. Хорошо. Ну, у меня он сдох до того, как ты начал стрелять. Хорош. О, заебал. Один. Два, три. Два. А, я один, два. А вот они. А вот он здесь. Он ушел на мид. А, да? А бомба где? На. Реально? Вот бомба. Что, показалось, пикает. Хорош, дефай, дефай, давай. Ебать, мразь, засела, хуй. А, блядь, хуй волосатый. Что, блядь? Ну, когда хуй пойдет на мидл, блядь? Одного убил. А, все. Ладно, это было легче, чем я думал. Вот это прикол, вот это дым. Ну, все, подходит. Нахуй иди. Ну все, блять, они через наш лес на Б пошли. А вот они. А, нет. Ну как, блять? А похуй, давай возьмем скаут. Надо голову за скаута попробовать дать. Раз. Ебать, он меня просто запушил. Блять, мы проигрываем. Хорошо, винтовки. Никто из них мид ни разу не вышел. Я ебал, они меня заебали. 13 хп. О, 5-7. Этот тип, он пиздец. Какой? Лакающий хуй. Ну, блядь, 14 фрагов, сука, ебёт, мразь. У нас 3 бронзы, это пизда. А у нас 2 чела, которые первый день в жизни играют в эту игру. Второй. Ой, похуй. Двое справа, наверное. Один. Еще один. Справа. Убил двоих. Все, класс 2, наверное. Третий. Игроки. Убил третьего. 3 патрона, пизда мне. Ой, блядь, ладно, очень красный джет, нахуй, ебаный. Джет. На, сука, он опять прыгнул. Что с самого джента? Бля, пацаны, вы реально что-то жалуетесь в этой игре? Ну, типа... Ладно, стендоферы, еще один к вам вопрос. Объясните мне, почему вы не играете в КС. Ну, я не верю, что у вас нет компа в наше время. Сейчас комп нормальный, который более-менее потянет КС, и там будет лучше обстоять дела, чем на компе в блюстаке. Почему вы не играете в КС? Ну, что случилось? Кони слева. Слева? Ну, иди зарашивай. Да не, он не убьет. Ладно, не убил. Бля. На каких же ты сыкливых движениях. Это реально были сыкливые движения. Ну такие, знаешь, не хочу сдохнуть. Ладно, я вскрою Б соло за то, что я как мразь сыграл. Ну я был за стеной. Я не вылез даже, чтобы меня убили. Так, мы выиграли. Уже звезды нам кидают. Ну смотри, пока что мы выиграли все. И во всех мы сыграли в КД плюс. Что переведить со стендоферского кламси? Не понимаю. Нихуя. О. Провинц, бля. Что, это кобл? Ебать, где она? А, тут новые скины у челиков, другие какие-то. Ебать, что ты делаешь? Охуеть! Ну, хотя бы, блядь, в стендофе на кобле поиграем. Да, не, реально, в КС добавить тускан и кобл, это будет идеальная игра. Мне пизда. А, я убил их, бля, я не знал, что я этого убил. Сюда! Так, выход на боевых челов не задался. Сейчас пойдут на... Блядь, тап нажимаешь, карта фул не показывается. Ох ты, сука. А что это? Это он так... А как? А тут можно выглядывать? Нет, вряд ли. Нельзя выглядывать, а он как будто бы выглянул, как в пабге. Ой-ой-ой, вот это уже серьезно. Видел, как он быстро гранату взял? А прикинь, если он с телефона это делает. А, брелок. Да-да-да, брелки, прикольно. Давай! А, я самый ценный, а сколько я убил двоих? Да, двоих. Ну, классика. Тебе вопросов не имею. Окей, а кому ты вопросы имеешь? Ты чмо? Кайф, новые софты. А, это мне? Бля. Софтов не тут дал. Мне нравится их спор в чате. Может, у них элита на основе гений. А то, что чел смурф тебя не ебет, да? Вот смотри, в стендофе никто не ноет. Нихуя, чел, ты чего? Что блять, это? Перед тобой. Ну, у меня мышка, я понял, я подбираю, и у меня мышка перестает работать иногда. Типа, я ее двигаю, нихуя не двигаюсь. О. Лидер. Кстати, на банан инферно похоже. Кстати, ебать, пиздец. Не, ну смотри, тут и ножи, тут вся эта хуйня. Чел вместо компьютера купил нож в стендофе. Ну да, вот ты говоришь, да, челов нету компьютера. Зато нож в стендофе есть, а компания нет. Ну ты компьютер за 2000 тоже не купишь, да? Я сегодня вот покупал аккаунт, и там аккаунты были. Ну, эй, вот прям такого в Counter-Strike, ну нет, тут прям такого не было. Короче, там аккаунты продаются 1090 рублей. Да, вот, в стендофе. Короче, когда я меняю дроп, у меня мышка перестает двигаться. Вот, на секунду она замирает. А они меняют просто дроп постоянно. Минус один.
Ну, блядь, ну, ёбаный блядь. Ты, сука, мистер Морган. Не, просто тут челы не лучше играют, чем в прошлый раз. Просто в прошлый раз мы уже поняли, как на той карте играть, и мы все знаем. А тут я реально не одупляю, как нас обходят. Я даже не могу вот на тап нажать и посмотреть карту целиком. Найди в гугле карта стендов 2 провинция. Да, блядь, такого я еще не гуглю. Пиздец, блядь, они дают дымы нахуй. Ебать, они дымы дают! И флешки! О, не, вот это я понимаю, что вот это уже начинается стендов. Вот примерно с этих званий, на которых мы играем. На патронов не хватило всех перестрелять. О, молик отзонил меня. Еще двое. А, и так сойдет. Так, это будет А. Поехали по Да. Бля, здесь уже приходится думать, что это будет. Нет, вилла, они через верх дают реально дымы. И под них играют под флешки. Это вообще пиздец. Да, бомба по Да. На нахуй. Сразу дымок. Нихуя себе. Не, оперативно забрали плен, слышишь? Бля, ладно, я понимаю, почему. Эй-эй. Калаш. Калаш, сука, как... А, смена, ладно. Ну, мне вот эти все гранаты, я не могу. Колесико, нет, нельзя, не могу, не достается гранат. Походу, для видоса по стендофу надо было мышку покупать. Сада, блядь. Смотри, что он делает, блядь, он дает смок, нахуй. Ебать. Ну, это, наверное, пин. Ну, типа, я не знаю... Бля, что он сделал? Ты видел? Как в кейсе, бля, повернулся. Ну да, я не знаю, как здесь так поворачивать. Не, я более чем уверен, если это настроить как-то, чтобы оно было как в КС, чтобы я мог нормально гранаты доставать, ими пользоваться. Максимальное звание у меня здесь было бы изи. За неделю. Да иди ты нахуй, блядь, придурок. У меня его даже не было на экране. Да, не было вообще. Тут очень жестко пин решают. Ну да. Нахуй иди. Тебя выиграть хотят. Меня? Ты что, охуел? В смысле, блядь? Слишком охуенный. Ебать. А кто? Лидер? Да твою мать. Уебище. Я понимаю, почему он тебя хочет кикнуть. А чё? Я полгода один стрелялся с типом в сайде. Ты рил даун, тип пишет. Ебать. Вот это хуйло стояло на респе, не могло взять бомбу, блядь. Я пришел к нему, чтобы взять бомбу, и мы пошли с ним помогать, блядь, хуяриться. Потому что этот хуесос бомбы не мог взять. И эта мразь пишет мне, что я долбоёб. Иди нахуй ты, чмо. Ты доферская, хуй. Ладно. Я бы мог забить хуй, но ну, давай попробуем выиграть. Мне интересно, что дадут. Ебать, они буст делают. Одного забрал. Хорош. Еще один. Нихуя граната. Ну да, ну да, да не, ну это, блядь, жесть. На, сука. Ползет, блядь. Таракан. Блядь, а у нас... Ебать, а у нас этот клоп. Бля, ебать, он долбоёб. Сын мертвой шлюхи. Го, реально под Б просто зайдем и похуй. Лучший. Убил. Сзади, блядь, помойка ебаная. Забери его. Убил. Вот, сука. Лидер. Ну давай, блядь, один красный лидер. Пиздуй. Тише, дай его замутить. Охуеть. Как? Это реально пинг так. Он же не мог его видеть. Да, ну не, ну там прям он идеально навелся в фуллблайнд. Просто у него он уже был не фуллблайнд у себя. Ты с какого девайса? С телефона? Чел с телефона пиздует, блядь. А, все, мы выиграли. Ладно, ну слышь, нормально. Бля, у меня за окном уже фул светлона. Сидим, играем в стендов всю ночь. Ну, и что? Ну, блядь, ну походу 3 звезды дадут, я не знаю, ну... Дюны. Блядь, еще и карта неизвестная. Ну, мы выиграли все катки. А это, походу, Анубис, ебаный. Это Даст, блядь. Да не, походу, Анубис. А тут вроде с пингом как-то получше. Намного лучше регает. А, ну, или Даст. Это очевидно Даст, блядь. Карта называется Дюна. Не, ну да, слышу, чулок, по Да. Блядь. Европа? И пингом ты себе. Убил. О, спина, блядь! Ты пока инфу обработаешь. Да похуй. На, сука! Жестко. Жестко, блядь. Как-то слишком серьезно. Да блядь, ты шо, ебана? Везде побед, ебать. Конечно, естественно. Видимо, для него удивление, что какой-то чел на калибровке побеждал. Я спину подожду. Я думаю, тут есть стендов файндер. О, я спину дождался. Стендов файндер. Что могу сказать? О чем ты вообще говоришь? Говорить не надо, на. Тут надо в меня. Везде победы. Что это значит, блядь? Почему он пишет побед, а не победы? Я даже карту не знаю, просто иду, понимаете? У тебя там еще один. Да, я видел. На карте видел, он лагает. Ах, сука, жопа меня убила. Каким образом за стенкой стоял? Да. Смотри, чел удивляется. Значит, для них парадоксально то, что за стенкой челы могут умирать. Тут двое. Убью. Найс. Ах ты, сука. Ну, бля, вроде навелся нормально, но он как-то мимо. Хуй знает. Справа, ну ты... Он не убьет его. Ну, конечно, блядь, ебать, ну посмотри. Ладно, придется аккуратнее играть. Хочу выиграть все игры на калибровке. Там у чела один час. Ну, не один час, но тем не менее. У меня 4 ебать. Именно мой гусь прошел, блядь, и меня гитлик. Да, катку отменят. Почему? Ух ты, сука, как же въебало. Из-за вас читеров, блядь, в стендофе говорят, что я читер. Ну, я хуй знаю. Да. Ну, как, блядь? Нихуя, этого я не знал. Ну так извините, блядь. А, скилл стоит. Черт, блядь. Нельзя его кикнуть. Против нас Леви Акерман. Бля, если мы проиграем эту игру, это ж последняя. Ну ебать. Давай их души. Ну го, погнали. Да ты как ёбали? Нахуй? Мгновенно причем. Опять по пингу буду вот эта тема. Мне как ты умираешь, они не выигрываешь, понимаешь? Играй как в КС на бомбы и все, заебись. Бля. Нормально, нормально. Думаю, должен.
Ой, слава богу, наш джентльмен. Так, ну, ребятушки, что я могу вам сказать? Ой, сюда пойдем. А, тут они даже флешки дают. Пушат вроде, а. Убила. Убил еще. Тут где-то типа, слева видимо. И все равно не получилось. Да, мы еще и проигрываем. Но я понимаю, как они выходят, поэтому давай. С этого балкончика. Пачка под Б. Ой, блядь, печально. Ну, сука, я нажал налево смотреть. А из-за того, что оно нормально не разворачивается, нет. Ой, бля, это еще один в один было, мы могли выиграть. Нажал смотреть налево, это типа на мышку нажал? Да, налево повернулся, а оно, блядь, видишь, не разворачивается. Вот я быстро двигаю, а оно не фиксируется, движение. Бля, если бы движения фиксировались, пацаны, какие нахуй читы? Это было бы просто страшно. Я троих признал. Ой, хорош. А вы еще, да, вы четыре, а играете? Да я ебу, блядь. Так, как дефить? О, на Е, прикинь, можно было дефить. Бля, я еще самый ценный. Охуеть. Так, если посмотреть, куда они пойдут, пусть пиздуют на... Блядь, они теперь на Б идут. Ну, пошли вы на... До свидания, я вас видел. Короче, блядь, хули еще делать? А, ну как можно такую позицию там оставлять? Джентльмен, давай. Справа, ты слышал, релоуд делал, сука. Эх, ты сука. ТНТ. А че бомба так по-уебански пищит еще? Ну, в КС 1.6 тоже по-другому пищит. Не так, как мы привыкли. Ладно, я на Б пойду. Надеюсь, они втроем на разберутся. Блядь, у нас все на Б, ну представь. Ну представь! И это оказалось Б? Ну да. Ебать. Да ну гусь, ну куда ты бежишь? Ну ты не выиграешь никогда в жизни. Он выиграл! Ебать! А по нему из-за пинга не попали? Походу да. Какой у него пинг? 150. Ну стабильно. Живем. Скилл 200. Жесть. Бомба. Убили. Убили. Тебя нельзя фидить. А, мне нельзя фидить? А что ты делаешь? Я не фижу, я в пленте. Ты ему пачку отдал. Да похуй. Ой, сука. Звуки непонятные. 6-8. У меня пачка. Ой, хорош. Я заранее выстрелил, я иду на Б. Убили. Найс. Сосать в бане будешь. Не буду. А даже если буду, то плохо. Да не, не будем. За блюстак встают в бану. Да ну не, не гони. Один справа, на, у нас. Одного убил. На, нахуй. Ну, это серьезно, пацаны, серьезная девочка. А ну, напиши что-нибудь сейчас, пожалуйста. Напиши, ну, ради меня. Два софтера уже. А ну, я сейчас попробую подпушить. Еле-еле. Блюстак. Пошел ты нахуй. А, он не убил меня. Лох. Ой, как я отошел, блядь, я один. Справа в этой хуйне. Где двери? Где, какая тут, хуйня? Да. Ну вот сзади тебя. Да не этот. Блядь. Вот это? Так это лево. Нет. Ну там. Да. Ебать, гусь, ты не перепутал ничего. Блядь, ну серьезно. Ну, сука. Эх, не. Это жесть. НТшная. Ну неплохо. Это самая интересная игра была. И мы ее проиграли. Так, и что нам дадут? Голд 1. Класс. Подожди, голд 1. Смотри, идет 4 бронзы, 4 сильвера, 4 голды, 3 какой-то еще хуйни, потом мастер, потом элиты, потом легенда. Ну, бля, опять-таки, если жестко настроить стендов, то я думаю, смело мог бы играть, зная все карты. То, блин, на легенде играл. Ну, почему нет? Если позадрочить, да. Эта игра намного легче, чем CSGO. Действительно намного легче. Короче, если вы еще здесь, я имею в виду на видео по стендофу, я думаю, вы понимаете, что мне понравилось. Типа, это не реклама, если что. Конечно же, сам по себе, даже с друзьями по фану, мы никогда в это играть не будем, потому что все-таки, ну, на компе это не идеально. Можно было довести до идеала, и это было бы неплохо. Да, возможно, даже если все было прям супер классно, а возможно, это даже можно настроить, напишите мне в телегу, у меня есть личная телега, можете написать. То тогда, да, там дело даже не в самой игре, там вот эта аудитория стендов, и вот то, что они пишут, это божественно, реально можно поугарать. Короче, я не ожидал, но эмоции положительные. В Valorant такого. И Valorant я сразу же удалил, стендов я даже на телефон скачал. Почему я его скачал? Я в шоке. Потому что я скачивал PUBG Mobile, я играю в PUBG на компе и скачивал PUBG Mobile. PUBG Mobile это ужасно. Ну, по крайней мере, после компа, когда ты играешь на телефоне, это действительно ужасно, и не только из-за управления, это выглядит хуже. А стендов на телефоне выглядит в разы лучше, чем на компе. Ну, типа вот я сижу, играю, допустим, на телефоне, да, на айфоне может это выглядит лучше, чем на других телефонах, я не знаю. Но мне не надо разбираться, как стрелять. Здесь очень удобно передвигаться, здесь реально удобно. Качественная картинка. Не так уж сложно наводиться и стрелять с авиком. Ну, типа вот. И я действительно здесь вот всего, не знаю, секунд 10 нахожусь. Ну, просто есть с чем сравнить, понимаете? Типа, в данный момент я сравнил с PUBG. Я, кстати, не знаю, как это выглядит. Вот вы сейчас на экране видите, да, это запись конкретно с телефона. Лучше ли это, чем то, что вы видели на компе в ролике? Но, тем не менее, да, очень плавно. Вот за это вот реально разрабам респект. Это лучше, чем PUBG, как по мне. Поэтому, в принципе, я все равно не понимаю, почему люди до сих пор играют в мобильные шутеры, покупают всякие
Наушники, блять, да палечники. Охладитель для телефона, если компы сейчас стоят дешевле, чем телефоны, можно за 1000 баксов, это дешевле, чем телефон, играть нормально в КС. Я не понимаю, но сама игра реализована классно. Поэтому, если мне могут завладеть за следующий видос, я, конечно, давайте его, даже я его развалю. Сделаем напарники калибровку, там сделаем глобала, даже не глобала не. Но вы поняли, впечатления неплохие. Ну а в целом, ставьте лайки, если видос зашел. Я постарался, это было прикольно. А с вами был Gatlight. До скорой встречи, подписываемся на канал.